А мы продолжаем наш рассказ о логике геноцида. Сегодня часть пятая, которую мы назвали «Ад в Эрзеруме». У нас есть три основные причины выражать недовольство армянами. Во-первых, они обогатились за счет турок. Во-вторых, они хотят господствовать над нами и создать отдельные государства. В-третьих, они открыто поощряют наших врагов, они помогали русским на Кавказе, и наши неудачи там по большей части объясняются их действиями. Поэтому мы пришли к твердому решению – лишить их силы еще до того, как окончится война. Мы уже избавились от двух третей армян. Их не осталось в Бетлисе, Ване и Эрзеруме. Ненависть между турками и армянами сейчас достигла такой степени, что мы просто вынуждены с ними покончить. Талат Паша министр внутренних дел Османской империи. Первая мировая война была встречена европейскими державами с небывалым воодушевлением. Историки до сих пор спорят, насколько это воодушевление было реальным, а насколько являлось плодом мощной пропаганды, которая в 20 веке становится одним из главных внутриполитических способов общения власти с населением. Одно является точным. Это воодушевление быстро прошло, и человечество оказалось перед лицом нового ужаса до да толи то ли невиданных кровопролитий. Если раньше люди верили в ад, находящийся за пределами мира живых, то теперь они будто не сводят его на землю. Новые технологии умерщвления превращают ад из мифа и метафора в реальность. Для исламского мира Первая мировая война вовсе не была воодушевляющим событием. Это была скорее война европейцев – в которую мусульмане втягивались по неволе. Причем одним из главных игроков в исламском мире становится Германия, использовавшая панисламистские настроения в борьбе с влиянием Англии, Франции и других европейских игроков в этом регионе. Это делало Германию естественным союзником Турции, которая знала, что Англия, Франция и Россия уже готовы ее расшленить. «Враг моего врага – мой друг», Исходя из этого, турецкая дипломатия разорвала давние отношения с Францией и проявила заинтересованность союза с Германией. Германия, в свою очередь, надеялась на джихад, который должен был поднять волнение среди мусульманского населения Северной Африки и Кавказа, что, в свою очередь, должно было привести к отводу вооруженных сил Западного фронта. В реальности все пошло совсем не так. Джихад был объявлен официально в ноябре 1914 года против Великобритании, Франции, России и Сербии. Но жертвами его стали прежде всего христиане Турции. Чтобы описать от войны, перетекающего от геноцида, мы обратимся к истории одной из турецких провинций той эпохи – Вилаету Эрзерум. Эрзерум называли столицей Западной Армении и само его название по происхождению армянское. Сейчас это один из районных городов северо-восточной Турции, центр зимнего спорта. В Эрзеруме уже ничего не напоминает его многовековом армянском прошлом. Еще в начале 20 века было не так, ведь в Вилаете проживало значительное количество армян, около 40% его населения. Это более 200 тысяч человек, 406 храмов и монастырей, 322 армянские школы, в которых училось более 20 тысяч детей. Все это по данным Патриаршей армянской переписи 1912-1913 годов. Когда в 1916 году русская армия займет большую часть Вилаэта, то окажется, что в нем осталось всего порядка 200 армян. Ни храмов, ни монастырей, ни школ, ни людей. Пустыня на месте некогда процветающей жизни. Как же в течение всего двух лет могла произойти подобная катастрофа? Для понимания происходящего необходимо придерживаться объективности, избегая обобщения и демонизации. Так не стоит сатанизировать турецкий народ, хотя власть Младотрурок и прикрывалась его именем. Но народ – это всегда абстракция – Решение принимается не народом, а конкретными людьми, облеченными властью, которые лишают других возможностей сопротивления преступным приказам через подавление воли и внушение ложных представлений. Эрзерум был приграничным с Россией вилоетом, который стал плацдармом для кавказских операций турецкой армии. Как и во всех других странах-участницах, с началом Первой мировой войны в Турции была объявлена мобилизация пятидневный срок все мужчины в возрасте от 21 до 45 лет должны были явиться на пункты сбора для прохождения комиссии. Мобилизация затрагивала всех, вне зависимости от вероисповедания и национальности. И армяне не стали исключением, добросовестно исполняя свой гражданский долг. Да, были армяне, бежавшие на территорию Российской империи, вступившие в добровольческие подразделения армян. Но это было исключением и армянские политики и патриархат заявили о своей патриотической позиции. Тем не менее, религиозный вопрос действительно стал хилесовой пятой для турецких армян. Все дело в том, что турецкие власти, подталкиваемые Германией, сразу же объявили священную войну. Так они надеялись зажечь русский Кавказ через его мусульманские народы. Российская империя тоже использовала религиозную карту, позиционировав войну с Турцией как поход, направленный на освобождение некогда христианских земель от гнета турок-мусульман, призывая к восстанию все христианские народы Османской империи. Несмотря на заверения армянской стороны, все это создавало тревожную атмосферу. Интересно, что правительство и тихадистов сделало армянам предложение, пообещав им автономию Восточной Анатолии взамен на выступление их общим фронтом на стороне Турции. Это предложение было сделано на Большом съезде в Арзаруме в октябре 1914 года. Ясно, что армяне, проживавшие на территории Российской империи, и не могли, и не хотели этого. И у турецких армян не было никаких рычагов воздействия на своих собратьев. Они не могли организовать этот общий фронт и отказались. В декабре 1914 года начинается Сорокомышская операция или наступление Нверпаши. В этой операции 100-тысячный 3-й армии турок, размещавшийся в Арзеруме, Противостояла 80-тысячная кавказская армия русских. инвер Паше был смелый и, как потом выяснится, безрассудный план по захвату российского Закавказья путем неожиданного захвата крепости сорокамыш и последующего окружения русской армии. Наступление должно было произойти неожиданно, в декабре. При этом турецкие корпуса должны были перемещаться налегке для создания эффекта неожиданности. И этот эффект... Был, но Энвер переоценил свои силы и недооценил природные риски. В результате неблагоприятных условий и неслаженных действий, а также упорного сопротивления русских войск, Сорокамыш взять не удается. Турецкая армия сама попадает в окружение и уничтожается. При этом огромное количество солдат погибает от холода. Это была катастрофа, в которой должны были найтись виноваты, и они нашлись. Действительно, в ходе боевых действий было некое количество перебежчиков из числа армян, которые вполне могли выдать какие-то планы. Приграничные армянские села разорялись в турецкой армией, особенно отличился в этом специальный комитет. В то же время это порождало и обратные действия со стороны армян. Во многих деревнях армяне не стали дожидаться прихода турок и перебегали на российскую сторону, при этом мусульманские соседи изгонялись или уничтожались. Когда новости об армянских перебежчиках и дезертирах стали распространяться по турецкой армии, это вызвало вполне понятную реакцию, направленную против армян военнослужащих. Участились так называемые случайные убийства армян. Для турок они становились врагами, а не соотечественниками. В результате солдат армянин был поставлен в крайне сложные обстоятельства. Он был... Он должен был либо ждать пули от сослуживцев, либо решиться на нарушение присяги. Но вернемся в Эрзерум. Как известно, беда не приходит одна, и вслед за войной в Рзерум пришла следующая напасть эпидемия. ТИФ стал выкашивать турецких солдат гораздо более эффективно, чем русская армия. Порядка 150 тысяч человек умерли от ТИФа к маю 1915 года. При этом потери в несчастной сорокамышской операции составляли 60 тысяч. Медицинские службы оказались не готовы к такому повороту, госпиталя были переполнены, армия плохо снабжалась, эпидемия перекинулась на мирное население, мертвых хоронили в братских могилах, зачастую вместе с умирающими. Страшные бедствия лишают людей чувства сострадания, и они начинают искать виноватых. Весной 1915 года Османская империя оказалась перед вызовом сразу с нескольких направлений. Британо-индийские силы наступали со стороны Месопотамии, на западе англичане и французы атаковали Дарданеллы и угрожали Константинополю, на Кавказе грозило русское наступление. При этом ресурсов против Российской империи не оставалось, а армяне воспринимались как тайные союзники русских на этих территориях. Османское общество охватило паника, которая и привела к самым радикальным решениям. Интересно, что сам Энвер после Сорокомышской операции публично выразил поддержку армянам за их благонадежность, сказав, что его самого в одном из боев спас армянский офицер. Но, приехав в Стамбул, вдруг обвинил армян в измене и назвал в качестве основной причины провала операции на Кавказе. Возможно, в этом на него повлиял Талаат Паша – да и самому Инверу надо было отвести обвинение от себя. В феврале 1915 года 100 тысяч солдат армян, служивших в турецкой армии, разоружили и перевели в строительные войска. Потом они все будут ликвидированы. 1 марта досрочно был закрыт парламент, и вся власть оказалась в руках Триумвирата и Тихада. Репрессии против армян в это время уже начались, но узаконены они были благодаря Таату, который внес 26 мая 1915 года в Совет министров закон о депортации, который практически сразу же был утвержден. Сама по себе процедура депортации в Турции уже была известна. Во время Балканских войн была проведена депортация греческого и славянского населения. Но эта депортация предполагало своего рода размен с соответствующими странами. В случае же с армянами все было иначе, их некуда было депортировать. Поэтому приходилось, приходилось их депортировать в буквальном смысле в пустоту. Однако наряду с официальным указом были разосланы тайные приказы об организации массовых убийств армян. Так губернаторам предписывалась ликвидация мужского населения 12 лет и выше а депортируемые женщины и дети становились незаконно, то есть становились законной жертвой любой заинтересованной в грабеже и насилии стороны. Приказ распространялся устно Бехадином Шакиром, главным организатором геноцида и главой специальной организации. Губернаторы, отказавшиеся выполнить приказ или требовавшие письменного подтверждения, немедленно увольнялись и даже могли быть убиты, как это случилось с мэром Диярбакира. Особенно стоит отметить, что геноцид вовсе не нашел всенародной поддержки. Были турки, сочувствовавшие армянам, были случаи, когда они рисковали жизнью, помогали им. Фактически любая помощь армянам могла стоить рядовому турку жизни. Для грабежа и убийства губернаторами вербовались племена курдов, уголовники из тюрем, мусульмане-беженцы с Кавказа. На примере Эрзерума можно понять, как все происходило. На севере этой провинции, в районе Байбурт, располагалось порядка 30 армянских поселений с общей численностью 17 тысяч человек. Было решено начать с них. Происходило это с начала мая 1915 года, еще до издания прямых указов, и под прямым руководством все того же Бехадина Шакура. Данные преступления были зафиксированы в военном трибунале номер один в Стамбуле в 1920 году. При этом дело содержит ряд подробностей, которые мы не найдем в отношении других районов Эрзерума. Совершенные в этом месте погромы стали первыми и в чем-то образцовыми. После согласования с Центральным комитетом правящей партии именно эта методика легла в основу всей тактики последующего геноцида. Итак, северные села уже 2 мая 1915 года были захваченными вооруженными и регулярными бандами. Их называли «Чета». Знатные жители сел были арестованы и фактически сразу же убиты. Остальные были согнаны в караваны. При этом отбирались дети до пяти лет, которых раздавали в турецкие деревни на перевоспитание. Остальных отвели к порогам понтийских гор, где большинство, видимо, и было казнено. До места депортации, которым был назван Эрсинждан, не дошел никто. В самом Байбурте 18 мая были арестованы все известные личности из армян числом 78 человек. Через три дня они были повешены под бой барабанов на берегу реки Чорох. После этого 3000 армян Байбурта тремя караванами депортировали. Но эти караваны тоже никуда не пришли. По дороге курские четы сначала вырезали всех мужчин, потом отобрали красивых женщин, девушек и детей. Их раздаривали туркам, это предполагало смену веры и рабства. Многие предпочитали смерть в бурных водах Ефрата. Оставшихся добили жара, голод и разбойники. Из всех депортированных трех тысяч спаслись человек 80, которые смогли добраться до территорий, контролируемых русскими войсками тоже повторялось в других районах провинции Эрзерум. Печальным исключением стал район Хынес, в котором проживало более 21 тысячи христиан. Фактически все они были уничтожены на месте без трагического спектакля под названием «Депортация». В самом Эрзеруме депортация была проведена в четыре этапа. Первый конвой был самым малочисленным и состоял из знатных семей. Но участь всех была едина. Пути все мужчины были убиты, имущество отобрано, а выжившие женщины и дети стали добычей курдов и турок. Та же судьба повторилась и с последующими караванами. Так из 7 тысяч третьего каравана до официального места назначения Масула дошли несколько десятков женщин и детей. Из четвертого числом 8 тысяч спаслось 300, в том числе двое переодетых женщин и мужчин. Чтобы оценить масштабы катастрофы, вернемся к данным переписи 12-13 годов. По ней в Вилаете Эрзерум проживало 202 391 армянин. 33 тысячи жителей Вилаета бежало на Русский Кавказ, порядка 5 тысяч пережило депортацию, еще 2 тысячам удалось бежать в Сирию и Месопотамию. В любом случае, по количественным показателям потери были ужасающими – Порядка 70% армянского населения были просто уничтожены. Есть еще один аспект. Армянская диаспора контролировала до 80% внутренней торговли во всем Вилаете. Армянский капитал контролировал тысячи компаний. Общая сумма капиталов, которые были в результате просто присвоены турецкой стороной, составляла 17,5 миллионов лир. Одна лира – это 4,5 доллара в ту эпоху, в переводе на современные деньги – это около 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Это только с одной из провинций. В результате Вилайт Эрзерум, бывший одной из процветающих областей, к 1916 году превратился в пустыню. Гедоцит армян только усугубил ситуацию и привел к голоду. Когда русские войска заняли эту область, они были поражены открывшейся им картиной бедствий. К этому времени уже было понятно, что геноцид армян был совершенно иррациональным преступлением, только усугубившим положение самой турецкой нации. Ненависть превращает в ад не только жизнь жертвы, но и насильника.